Визит Касым-Жомарта Токаева в Катар поднимет двусторонние отношения на новый уровень. Так считает эксперт Института мировой экономики и политики Лидия Пархомчик. По ее словам, Казахстан имеет высокую инвестиционную привлекательность, а Катар обладает большим инвестиционным потенциалом. Поэтому последние заинтересованы во вложении средств в промышленное производство нашей страны. А Казахстан, в свою очередь, может увеличить товарооборот за счет увеличения рейсов в Доху и применить практику Катара как авиационного хаба в мире, считает эксперт. В декабре вот количество рейсов Алматы и Доха, они увеличились до 14 раз в неделю. До этого было 7 раз в неделю. На повестке дня у нас формирование, да, по прямому транспортному сообщению по направлению Астана-Доха. Вот, то есть это еще должно как минимум, наверное, двукратно вывести, да, товарооборот в большую степень. Плюс, в принципе, и с профицитом в нашу сторону, что немаловажно. И поэтому на современном этапе все наши торгово-экономические отношения, да, все наши дипломатические контакты, они завязаны именно на то, чтобы найти те самые сферы, где бы наши возможности и катарские инвестиции нашли бы гармонично встретились друг с другом. А политолог Талгат Калиев считает, что Казахстан представляет большой интерес для Катара в аграрном секторе. По его словам, огромные территории нашей страны привлекательны для открытия скотоводческих, животноводческих предприятий и выращивания злаковых культур. А дальше Казахстан может стать для Катара мостом, выводящим его и на другие рынки, считает эксперт. Здесь надо понимать, что животноводство не предполагает транспортировки на длинное расстояние сырья, поэтому это сразу предполагает за собой открытие и различного рода перерабатывающих предприятий, мясокомбинатов, там, объектов молочной переработки. И все это одновременно интересно как самому Катару, так и катарскому бизнесу может быть интересно с точки зрения выхода с новой продукцией на китайские или индийские рынки. Это окно возможности нам необходимо использовать как можно сильнее и шире.